Ранним утром, в среду 23 января, огонь унес жизни трех человек. В пожаре погибли двое мужчин и женщины. Возгорание произошло в половине пятого утра на улице Отдельная в бесхозном строении. По словам очевидцев, здесь укрывались от холода лица без определенного места жительства. Они и стали жертвами пожара. В настоящее время отделом дознания и административной практики города Иваново проводится доследственная проверка. Есть три основные версии возникновения пожара. Во-первых, это неосторожное обращение с огнем при курении, а также неправильная эксплуатация электронагревательных и отопительных приборов. И, может быть, следующая причина – нарушение правил эксплуатации электропроводки.